Всем привет, с вами К9 Александр. Сегодня я расскажу вам о майнинге такой монеты, как Mimble Wimble Coin на алгоритме KuKaRoot 29. В последнее время эта монетка очень сильно нашумела. Она произвела очень много иксов для тех майнеров, которые майнили на перспективу. С 60 центов ее цена выросла практически до 16 долларов. И сегодня, на текущий момент, эта монетка находится на первом месте в рейтинге What to Mine. И поэтому давайте расскажу вам, как ее можно помайнить. Кошелек берем с официального сайта Mimble Wimble Coin. Скачиваем вот с этой вкладки. Если же вам не интересен майнинг на перспективу, то адрес, куда мы можем перевести свои монеты, берем с биржи Hotbit. Заходим во вкладку «Депозиты и выводы». Mimble Wimble Coin находим монетку, нажимаем депозит и вот здесь вот берем этот адрес. Майнить будем эту монетку на пуле frostypool.com. Он на текущий момент практически один забрал всю мощность сети. Пул icemining.k, он периодически то работает, то не работает. В общем, такой не особо хороший вариант. На текущий момент цена этой монетки составляет 15 долларов 81 цент. Она то растет, то падает периодически. В общем, сильно стреляет то вверх, то вниз. И майнить будем на пуле frostypool.com. Как зарегистрироваться, сейчас я вам покажу. Заходим на пул. Вот так выглядит стартовая страница этого пула. Достаточно много майнеров майнит на текущий момент эту монетку. Нажимаем на вкладочку «Регистр». В первой строке пишем имя пользователя, то есть логин. Во второй пишем пароль. В третьей пишем имя кошелька. Можете написать то же самое, что и в первой вкладке, имя своего пользователя. Или же придумать свое какое-то индивидуальное имя для кошелька. Нажимаем далее на «Регистр». Заходим под своим именем и паролем. Мой кошелечек называется вот так. У вас будет здесь свое имя. Майнить будем при помощи Gminer 1.96. Сейчас его откроем. И батник я уже создал. Вот он батник. Здесь все, что необходимо вам поменять, это изменить имя кошелька и можете поменять также имя воркера. Больше ничего менять не нужно. После того, как баланс ваш достигнет двух монеток, можно заказать выплату. Выплата заказывается вот в этой вкладке. Сюда мы вводим либо адрес кошелька, который скачали на официальном сайте, либо же тот адрес, который мы взяли с биржи Hotbit. Вставляем его вот сюда и нажимаем «Вывести». Когда баланс достигнет двух монет, возможен будет вывод. Разгон делаем точно такой же, как для Green. Максимум по памяти, также по ядру неплохо разгоняем. Хешрейт видеокарт я приложу в комментарии к видео. Все необходимые ссылки будут закреплены под видео. Единственным минусом является то, что вывод возможен только от двух монет. А так как цена двух монет составляет на текущий момент чуть больше 30 долларов, на немощном оборудовании, да, там 1-2 фермы, вы будете ждать выплату порядка недели, может быть даже больше. Это один из минусов на текущий момент. Может быть, пул изменит выплату в меньшую сторону, чтобы было удобней пользователям, майнерам. Если этот видеоролик был вам полезен, ставим лайки, пишем комментарии. С вами был К9 Александр. Всем пока!